Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы приехали в новый Леруа Мерлен. Он огромный, он находится возле Мега Адыгеи. Такая вот огромная-огромная парковка, есть где припарковаться, и магазин сам реально очень большой. Мы приехали, конечно же, посмотреть цветочки, а у кого-то, если ремонт или нужны какие-то, может быть, бытовые вещи, приезжайте, и я думаю, вы найдете для себя очень-очень много вещей. Мы зашли в новый Леруа Мерлен, и сразу же на входе стоят очень много стеллажей с вот такими красотками. В глаза бросается Фронтера, очень яркая, красивая. Смотрите, вот такие полосатенькие. Магазин только-только открылся, поэтому цветочки все свежие. Смотрите, вот еще Фронтерка, очень крупная, красивая. Ой, Фронтер много, смотрите, еще одну нашла. Красивая бордовая орхидейка, такая восковушка. Есть вот такая орхидейка, смотрите, полосатенькая. Вот такие красотки. Вот еще фронтерка. Цветов очень много, постараюсь вам все-все-все показать. Насколько, конечно, это получится. Так, стоимость орхидеи у нас 482 рубля. И, в принципе, выбор есть. Нашла даже попугайчика. Очень хороший, свеженький цветочек. Не залитые. Горшочки сухие, что очень-очень радует. Ой, смотрите, какая красивая, полосатенькая. Основная масса, конечно, как всегда, это белые и розовые, но попадаются очень классные экземпляры. Стеллажей реально очень много, везде стоят орхидеи. Смотрите, опять же, Фронтера, попугайчик. Так что есть даже из чего выбрать. Фронтер очень много, смотрите. Попугайчика пока увидела только два. Вот эти еще очень красивые орхидейки. Блестят все, переливаются, очень красивенькие. Беленькие. Стоят мини-орхидейки, но в таком что-то уже увядшем состоянии. Хотя магазин только-только открылся. Это новый Леруа Мерлен. Смотрите, какая красота. Везде цветы. Смотрите. Как же я обожаю орхидеи. А когда еще они попадают в хорошие руки и не стоят, не умирают в магазинах, я радуюсь еще больше. И поэтому я и снимаю свои видеообзоры, потому что все равно орхидейки будут привозиться. Они будут, конечно же, в магазинчиках погибать, это неизбежно, но хотя бы большую часть мои подписчики приедут и купят. Красавчик Golden Beauty. Ой, какие красивенькие. Очень жалко, когда они увядают в магазинах. Их даже не уценяют. Смотрите, какая кудрявенькая орхидейка. Тоже почему-то в таком увядшем состоянии, хотя не перелитая. Может быть, их привезли задолго до открытия магазина, поэтому они уже так немножечко подувяли. Орхидей реально очень-очень много. Но повторюсь, что основная масса – это белые, розовые, есть вот немного желтых, ну и попадаются сортовые орхидейки. Сейчас еще пойдем на стеллаже посмотрим. На этом стеллаже я нашла очень много уценки. Уценка примерно по 250 рублей. Есть розовые, белые. Есть что выбрать. Я, если честно, удивлена, потому что магазин только открылся. Может быть, переехал, да, из какого-то района в Мега-Адыгею, поэтому и цветочки перевезли, не знаю, потому что очень странно, уценки очень много, очень. Оценка примерно по 250 рублей. Вот. Такие растения. Очень много.
Так что можете приехать, себе что-то выбрать. Хочу вам показать общий масштаб. Очень много орхидей, сразу заходишь, стоят стеллажи, очень много оценки, поэтому, в принципе, можно заехать, что-то посмотреть, выбрать для себя. Вот. Но в основном такие простые орхушки, но можно заехать, купить попугайчика или фронтеру. Вот. А на этом все, пока-пока, до новых встреч, мои хорошие!